Здравствуйте, дорогие мои зрители! С вами канал For Dinner TV. Сегодня вместе с вами пожарим рыбу без костей и без масла. Я думаю, эта идея понравится любой хозяйке. Также я покажу, как я сервирую рыбку и какой вкусный гарнир лучше сделать для рыбы. Покажу секреты чистки рыбы, отменный соус-маринад, с которым рыба будет просто великолепная. Итак, переходим к рецепту. Сегодня у меня рыба сига весом примерно 500-600 грамм. Конечно, нужно сначала почистить. Необходимо сначала почистить, снять с рыбы чешую, убрать внутренности и отрезать голову и хвосты. Далее тот секрет, о котором я говорила. Берем кухонные ножницы и срезаем по хребту, отделяем ребра от позвоночника. Вот так стригем, прямо стригем, хребет отделяем от ребрышек. Итого, после того, как срезали большие ребра, остаются мелкие косточки. С них можно мясо вот так спустить с помощью ножа, либо также срезать ножницами, на ваш выбор. Далее аккуратно вытаскиваем позвоночник и убираем. Как видите, нету лишнего мяса на позвоночнике. Осталось теперь убрать мелкие косточки и ребра. Необходимо пощупать рыбку руками и убрать торчащие мелкие косточки. Далее, как убираем большие ребра? Берем канцелярский нож, либо лезвие, так, чтобы ваш инструмент был очень тонким и очень острым. И вот таким образом срезаем ребра вместе с пленкой. Также срезаем плавники, хвост и все грубые частички рыбы. Вот таким очень легким способом мы приготовили рыбное филе, которое в удовольствие кушать без косточек, прямо как мясо можно жевать и есть, не переживая. Переходим к соусу, с помощью которого будем мариновать нашу рыбку. Берем миску, кладем соль 1/2 чайной ложки, сахар чуть-чуть, черный молотый перец кончиком чайной ложки, прованские травы 1/2 чайной ложки, паприка или острый перец по вашему вкусу. Также соевый соус 1 столовая ложка, растительное масло 2 столовых ложки и сок 1/2 лимона. Теперь наш соус необходимо перемешать и смазать нашу рыбку. Тем временем очень сильно разогреваем сковородку, наливаем немного масла, 1 столовую ложку, и наше рыбное филе жарим на большом огне по 2-3 минуты с каждой стороны до золотой корочки. В качестве гарнира сварите картофель в мундире, подайте зелень, лук, и будет очень отменное блюдо на ужин или обед. Спасибо, что просмотрели. Смотрите наши другие рецепты на канале For Dinner TV. Поставьте лайк на это видео. И до новых встреч, друзья!